Всем привет-привет, ребята, вы на канале Мультмикс. И сегодня я в гостях у прикольненькой капельки. Ну, в общем, мы остановились, так, на каком-то уровне мы остановились. А, на 27-м, ребята. А, тут какие-то прикольные, кстати, роботы появились. Оу, тут даже внизу шипы, пресс. Так, что-то надо делать. А, он опустился? Да вы не шутите, что ли? Так, стоп, что мне нужно делать вот с этим? Слушайте, интересно, если... А, все, я поняла, он опускается. Ну, главное сейчас на шипы не опуститься мне. Ну, в общем, он опускается, когда с определенной, короче, частотой. Ну все, я прошла этот уровень, вот так легко. Вау, тут качельки. Так, сейчас мы покачаемся. Только что это? Это что это такое? А, похоже, мне нужно сходить за каким-то предметом. Ну, что-то типа... О, что это я тут буду делать? Слушайте, пока я не понимаю. А, ну, в общем, вот тут какая-то коробочка. На ящик это точно не похоже. Это какая-то коробочка. И что-то она какая-то тяжелая коробка. Похоже, в ней какой-то сюрприз. И нам нужно ее как-то доправить вон до туда. Эй, тяжело! Ничего себе, вот это тут придумали. Так, ладненько, теперь мне придется спуститься вниз как-то. Главное, да, чтобы в пропасть не упасть. И подвинуть эту коробочку на вторую планочку. Так, ладненько, превращаемся в тучку и летим. Тыщ! Есть, все у меня получилось. Ребят, теперь возвращаемся назад. Ничего себе задачки тут. Ну ладно, идем вперед. А, все отлично. Теперь опять назад возвращаемся. О, нет. Так, ну, в общем, я эту коробку сейчас подтолкну. Мне сейчас нужно только будет превратиться в льдинку. Эх, не толкается. Сил не хватает. Похоже, сил хватит только у льдинки. Да, точно. И мне ее нужно поставить вот на эту кнопочку. Ну а теперь нажать вон на ту, которая вверху. Сейчас я только превращусь тут. Ребята, а давайте проверим, кто из вас сегодня самый быстрый. Кто успеет за 5 секунд поставить лайк и подписаться на наш канал. Итак, время пошло. Если ты успел, ты большой молодец. То есть в облачко. И могу. Что? Ай, стоп! Теперь мне эту коробку сюда, что ли, прикрепить надо? Она улетела! О, нет! О, нет! О, нет! О, нет! О, нет! Сейчас я ее сюда поставлю. Так, все, я поняла. Теперь мне самой нужно вот здесь стоять. Ага, отлично, коробка пока нажимает. А-а-а, быстрее! Мне нужно как-то туда пробежать. А-а-а, сейчас, ребят. Есть, все, я в следующем уровне. Только что-то произошло странное с моей капелькой. Ее сплющило. Ну ладно, в общем, моя капелька осталась жива, и я могу двигаться дальше. Так, что-то опускается. Ага, а вот эта планочка опускается. Ну, а это, похоже, синяя планочка опускается. Тут какой-то валун. И куда же мне его двигать надо будет? Так, ну, ладненько. Похоже, там должно быть что-то, что можно поставить вот на эти... Чего? А почему валун-то один? Стоп, ребят, ну ладно, сейчас попробую, может я на синенькую сейчас нажму. А, все, я поняла, ребят, я поняла. В общем, сейчас я вот сюда ставлю этот валун. Потом я этот ящичек могу подвинуть на вторую кнопочку. Ну да, я уже разобралась. Так, нет, сюда я не залезаю. А сюда мне придется как-то, наверное, облачком стать. Вот так, да, ребят. Все, телепорт включился. А, меня заворовали, я вылезти не могу. Стоп, help, help, спасите, помогите. Теперь как мне взлететь-то? И что это я не взлетаю? Эй!
Придется начать заново. Да, это была глупая ошибка. В общем, залезть туда. Да, похоже, стоп, а тут, по-моему, два ящика. Все, ребята, я поняла, куда мне нужен этот ящик. Ну, в общем, я все поняла. Сейчас я ставлю валун вот этот вот туда. То есть я его укатываю вон туда. И главное, не падаю. Фух, слава богу. Так, отлично. Теперь вот этот ящичек я ставлю на вторую кнопочку. И вот так. Да, замечательно. Теперь эти вот, такой, как типа двойной ящичек, я ставлю. Сейчас, если я вот дотащу. Ох, как он тяжелый. Так, и он у меня падает вон туда. Ну, в общем, как раз это для него и есть и место. Есть, телепорт включился, и я перехожу в следующий уровень. Прикольно. Ох, тут опять эти странные существа. Ну, хорошо, что он сейчас бегает наверху, а не внизу. Так, стоп, а как... А, все, открылся, ребят, вход. Стоп, а как мне наверх? А, все, А что мне туда-то поставить? Эй, так нечестно! А как мне? Что там? Там что-то было? А, все, я поняла, ребята, он мне сейчас скинет его. Давай. Мне сейчас, в общем, нужно пройти вот сюда, открыть. И мне привез вот тот прикольный чувак. Меня задавило своим же ящиком. Вы видели, какие глаза у капли? Какой кошмар. Так, ладненько, сейчас, ребята, еще попытка номер 10. Так, отличненько. Сейчас я нажму вот на эту кнопочку. Ящичек упадет, и вот этот вот бульдозер привезет его ко мне. Ну, ладненько. Ждем. Так, все, отлично. Я могу бежать дальше. Сейчас только эта дверь откроется. А, забыла еще раз нажать. Так. Чего это не открывается-то? Вот, все, ребята, есть! И у меня, главное, есть ящик. Теперь главное опять. А, меня чуть не придавило опять. Это была большая глупость. И сейчас мне этот ящик нужно переправить как-то вон туда. Для этого нужно сейчас, чтобы открылся этот вход опять, и мне нужно его переправить. Так, ну ладненько, сейчас попробуем. И теперь главное это все быстро сделать, быстро, чтобы меня это не придавило. Есть, фу, ребят, у меня получилось, и я перехожу в следующий уровень. Ну, в принципе, уровни стали прикольными. А что тут-то нужно делать? Тут какая-то зеленая жидкость. Ну, я так предполагаю, что в эту жидкость, скорее всего, нельзя падать. Тут какая-то планочка. Сейчас моя коробка, похоже, сгорит. Нет, она не сгорает, ребят, есть. Отличненько. В общем, мы ее переправили вот сюда. Сейчас теперь нужно, чтобы этот лифт поднялся вверх. И бежим к коробке. Ну, а коробку сейчас мы поставим вон на ту красную планочку. И что-то произойдет. Наверное, телепорт включится, скорее всего. Нет, на кнопку надо нажать. Да. Ой, что-то, по-моему, я переборщила. А, все, нажалась, отлично. Все, ребят, телепорт. И мы в следующем уровне. Да, уровни становятся все сложнее и сложнее. И приходится немножечко подумать. Что тут нужно делать? Я предполагаю, что тут нужно включить вентилятор. Так, а это что? Это открывает путь. Мне нужна тут определенно коробка. Ладненько, а потом ее, похоже, наверх, что ли, опять переправить придется. Зачем тут вентилятор, в принципе? А, я поняла, ребята, нам ее нужно будет, сейчас она упадет. Нам ее нужно будет как-то поднять вверх немножечко, совсем чуть-чуть, и пока она падает ее... Ай, это сложно! Эй, сейчас ее как-то толкнуть, главное, чтобы она нас не придавила.
Так, ладненько, попытка еще одна. И я ее толкаю. Не получается. А-а-а, сложно. Может, мне в лед превратиться, что ли? Или что мне делать, ребята? Сейчас. И... Опс, меня вообще придавило. Да. Капля сплющилась. Ладненько, сейчас еще разочек попробуем. Стоп, а может мне вон тот ящик нужен для начала? Хотя без него-то я как? Никак. Ну, ситуация получилась странная. Теперь мне нужно как-то его подвинуть. Это действительно смешной уровень. Как? Есть, ребята, у меня получилось. Круто. Фу, это было сложно, скажи вам. Ну ладно, полетели в следующий уровень. И есть, сейчас я нажму вот на эту кнопку и что? Там еще какая-то странная зелененькая кнопочка. Наверное, это включается телепорт или нет? Точно! Мне еще один, что ли, нужен ящик? Стоп, ребят, какое-то зеленое, кстати, растение, надо его собрать. А если я его сейчас туда скину, он же сгорит, наверное. И чего? Он плавает, но я же не могу спускаться, я не сгорю? Интересно, я сгорю или не сгорю, ребят? Так, зеленое растение моя капелька съела и... И что? Телепорт-то не включается? А может быть вот этот ящичек вниз спустить? В принципе, он мне уже больше и не нужен. Так-то, ну да. Есть, ребят, отлично, все получилось, ура! Ну, в общем, этот ящичек нам нужен был, чтобы закрыть там вот эту штучку. А теперь он нам, в принципе, не нужен. И мы можем двигаться в следующий уровень, только я растение забыла. В общем, ребят, я думаю, нам пора заканчивать это видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока, ребята!